Горские любители зимнего плавания открыли новый сезон. Погода поспособствовала мероприятию. Легкий мороз, снег и лед на Волхове. Так что праздник удался. Прежде чем опробовать ледяную водичку, новгородские моржи разогреваются. Веселые старты, бег паровозиком и для самых сильных перетягивание каната. 47-й сезон любители зимнего плавания открыли шумно и весело. Мы очень-очень рады погоде. Погода просто чудесная. У нас очень давно не было такого открытия сезона снежного, пушистого, холодного, морозного. Поэтому у нас на самом деле праздник. Вот ликуем всей душой. От подарка природы новгородские моржи были в восторге. Признались, что даже готовить прорубь для заплыва накануне было намного приятнее, чем раньше. Сейчас в клубе любителей зимнего плавания занимается порядка 130 человек. Но открыть сезон под бодрые возгласы зевак отважились немногие. Любопытно, что среди первопроходцев были и дети. Моя старшая сестра болела, ее было никак не вылечить, и кто-то посоветовал моржевать. Ну, а мама стала закаляться, нас окунать, ну так и пошло. И действительно со здоровьем стало лучше у вас? Ага, лучше. Спортивные забавы завершены. Как всегда, победила дружба. Теперь самое интересное. 5 минут на подготовку, и новгородские моржи с песней ведут к цели. Кто-то провел в ледяной воде всего несколько секунд, а кто-то, несмотря на холод, стойко позировал для фотографов на берегу. Ничего страшного в этой процедуре нет, уверяют моржи. Главное – побороть страх, а взамен человек получает отменное здоровье и заряд позитивных эмоций. Очень хорошо. Мне это всегда и каждый день. А сколько вы уже занимаетесь? В январе будет 17. Плавать для своего удовольствия моржи теперь будут каждый день, а вот крупный заплыв проведут 23 февраля. Кроме того, новгородские любители зимнего плавания выбирают, на какие соревнования отправятся за пределы нашего региона. Варианта два – Мурманск или Беларусь. Участники клуба непременно хотят отметить 47-й сезон победным кубком и медалями на крупных соревнованиях. Юлия Бабич, Петр Самусов, новости, Новгородское областное телевидение.